Как задать направление вышивки? Вот здесь вот у нас с вами получается должен быть вот такой переход идти. Не вот так вышиваем, а нужно его плавненько опускать вниз. А так как я вышивала, у меня шло вот так вот, то мне, соответственно, нужно загнуть. Как это сделать? Во-первых, можно просто сделать вот такие вот как бы направляющие стежки. Вот, просто делаем такие вот направляющие. Которые будут слегка задавать направление стежкам. Так. И вы увидите потом сами, как у вас будут как раз стежки укладываться. Так, кто-то вредный у нас. Вот. И вы увидите, вот как стежочки будут сами у вас укладываться в эту сторону. И вышивка будет красиво смотреться плавным переходом. Вот. Еще можно для начинающих просто взять как бы ручку и просто изначально сразу на вышивке заштриховать, как вы будете вышивать. Например, вот так. Здесь вот так. Вот. Здесь, значит, вот так у нас идет. Вот так. Здесь вот так должно быть. Вот так. Линии. Здесь идет у нас вот так. Вот так. И все это должно вот так закругляться. Вот. Здесь вот так вот. Вот по этим можете даже вот так ручкой прорисовывать штриховкой. И вы будете уже знать, как вам направлять, куда как вышивать. Вот. Я уже просто перестала такие штриховки делать. Но делаю такие штриховки, когда вышиваю животных. Типа волка, лисы. Там как бы это сложнее вышивка получается. Вот. Ну, в общем, вот таким способом я меняю направление стежков, и получается такой плавный переход. Вот. Вот сейчас вот видите, у меня вот здесь такой, я заполняю. Вот так вот будет. Вот. Вот такой приемчик есть в вышивке. Вот. Все, спасибо всем за просмотр видео. Пока-пока.